От 19 века и до наших дней в музейной галерее театра и кино собрали целую коллекцию вещей, рассказывающих об истории великих артистов, которые родились в нашем регионе или как-то связаны с Рязанской землей. Идею этого проекта Ольга Серегина вынашивала давно. И вот спустя год работы с архивами и сотрудничества с краеведами, музейная галерея практически готова к открытию. Тем было много, и рассматривали самые интересные, и поняли, что в Рязани нет такого места, где могли бы быть собраны все экспонаты о наших творческих людях, людях театра и кино. Часть экспонатов – моя личная коллекция. Многие экспонаты нам присылали из Москвы люди, которые коллеги актеров этих, которые знали их при жизни, собирали их афиши, фотографии. Они с удовольствием нам представили, прислали по почте. Некоторые привезли лично. Например, супруга Игоря Старыгина, Екатерина Табашникова, привезла нам, поделилась личными вещами Игоря и предоставила в нашу музейную галерею. Любовь Толкалина, Юрий Быков, Владислав Абашин, Илья Малаков. И это только часть талантливых рязанцев, чьи фотографии, личные документы, награды и афиши можно увидеть в музейной экспозиции. Более того, по словам сотрудников галереи, коллекцию планируют регулярно пополнять. А экскурсия вообще будет начинаться с того зала, где мы сейчас находимся. Тут мы расскажем немного вообще об истории кино, какие известные актеры там входили, например, как Ирина Пегова, тот же самый Игорь Старыгин, который, ну, мне кажется, все знают его по роли Арамиса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Я думаю, что экскурсия будет интересна любому возрасту, и взрослым, и детям. Если это дети, то это будут проводиться мастер-классы какие-то, также с небольшой интерактивной программой смогут поучаствуют, наверное, даже в каких-то небольших спектаклях. А еще на экскурсиях покажут отрывки из фильмов с участием наших рязанских актеров на настоящем пленочном кинопроекторе. И любой сможет погрузиться в историю рязанского театра и кино в соответствующей атмосфере. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».